Озарение, будем так говорить, не то что озарение, такая мысль, у меня какие-то вот такие якорные мысли, да. Вторая мысль была такая, я нахожусь на яхте, у меня 21 человек обслуживающего персонала, яхта моя, 71 метр яхта, на борту бассейн, вертолет, самый лучший в мире, ну, один вертолет 17 миллионов евро. Давайте сразу скажем, самолет у вас свой личный был? Да, конечно. Большой? Челленджер 604, вертолета 3 было, а яхта 1 была. Одна. И вот вы сидите у себя на яхте. И у меня мысль, вроде все мое, но де-факто все не мое. Я почувствовал себя арендатором жизни. У меня такое ощущение было, вот нету чувства хозяина. Вот я сижу в своей яхте, но не верю и не принимаю, что я хозяин. Почему? Я начал анализировать. 12 месяцев в году экипаж на ней живет. Экипаж ходит на ней туда, куда я скажу, и вместе со мной. В году я максимум использую яхту 1,5-2 месяца.